السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Сегодня у нас с вами следующая буква, она отличается от предыдущих, существенно совсем другая, и поэтому попрошу вашего внимания. Это буква, буква КАФ. Она, ну, может показаться вам схожей с русской К, но немножко, я бы сказала, она немного помягче, слегка мягче, чем русская буква. С огласовками у нас получается КА-КИ-КУ, КА-КИ-КУ. И иногда, чрезмерствуя мягкость этой буквы, делают неправильно и говорят, например, КЯ-КИ-КЮ. Нет, это уже чересчур. Буква мягкая, но огласовка должна быть четкая. Ну, не нужно переусердствовать в сторону КА, например. КА, КА. Огласовка должна быть А. Не нужно изменять саму букву. На сукуне здесь у нас эта буква будет такая немножко взрывная, да, потому что у нее есть сыфа шидда, но при этом у нее есть гамс. Поэтому она отличается, например, от предыдущей буквы, которую мы изучали на прошлом уроке, буквы Б. На сукуне она будет у нас, например, ак, ак. Да, то есть не надо говорить ак сильно, чрезмерствовать, и твердости не должно быть, но у нас есть такой звук гамс в этой букве сифа. Прочитаю вам еще, как она пишется. Очень интересно, что вот это написание, которое мы видим, это написание этой буквы в отдельности. При этом она как бы такая из двух частей состоит буква, и в середине еще одна буквочка. Это часть этой буквы. И внимательно, как мы ее пишем. Она пишется во всех позициях, на строчке. И как мы ее пишем? Ну, есть несколько написаний. Вы можете увидеть вот самое такое простое, как здесь в книжке. То есть мы пишем ее... Пишем такую линию. И потом вот эта часть должна быть на строчке. То есть, если мы посмотрим, я вам нарисую строчку вот тут, то вот эта нижняя часть должна быть на строчке. То есть неправильно, например, будет написать вот так. Да, и так строчка. Нет, вот эта вот спинка должна быть на строчке. Эта буква К в начале, в середине она будет иметь соединительную линию, и можно ее так написать сюда, и потом здесь завернуть. Мне чуть неудобно писать на экране, но... Да, то есть можно разделить, или можно ее иногда еще пишут тоже в середине таким образом, так, и возвращают, потом сверху дописывают, да, вот эту часть. И в конце, если у нас соединяется, она пишется уже вот так, как мы здесь видим в книжке, вверх линию ровную, сюда, и здесь такая, как будто маленькая К, вот как мы здесь видим ее в начале, вот как мы здесь ее такую схожую пишем. То есть это не S английская, некоторые путают, и как будто S, нет. Она вот именно как эта К, схожа. Если в отдельности, то, как я вам уже сказала, вот эта позиция, то есть уже без соединительной линии, просто пишем ее так. Прочитаем примеры. Кэм, кум, кун, кей, бэкру, мэкру, керму, кэнзу, тэрку, кэтэбэ, яктубу, тэрэке, ятруку, кэтэбэтум. Да, мы видим кэтэбэтум. Да, буква Б в середине, как у нас на прошлом уроке мы брали, да, резко. Амэроке, амэротке,
Кунту. Мумкин. Опять же, прописывайте, читайте, тренируйте эти буквы. И встретимся с вами, иншаллах, на следующем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.